А к нам присоединился певец Арсрун. Здравствуй, Арсрун. Расскажи, ты готов? У нас сегодня финал? Да, думаю, что готов, как всегда. Что ты подготовил сегодня для жюри? Сегодня я подготовил песню о маме. Это моя старая песенка, я ее переделал, сделал на нее бит с братом. Вот, я думаю, что вам понравится. Ну, расскажи, сегодня последний день нашей встречи, вашей встречи, в конце концов, со всеми конкурсантами. Расскажи, какие эмоции, ощущения сейчас ты испытываешь? Будет ли тебе, может быть, немного грустно после тех трех недель? Не знаю, мне почему-то кажется, что это не последняя встреча. Как-то спокойнее, потому что уже, так скажем, природнился, сдружился с коллективом, не знаю, все свои, поэтому как в своей тарелке, не знаю, будет видно. Что ж, спасибо, удачи тебе на сцене. Спасибо, Кристина. Любой нормальный человек благодарен маме за свое воспитание, тепло и внимание, за все старания, да вообще за все. Без тебя было бы тяжело. Просыпаясь под голос родной, хороший настрой, но порой я бываю злой. У всех у нас характер непростой, творчество ушел с головой. После ссоры очередной, понимаю, как сильно скучаю. Даже если вдали бываю, пусть звоню тебе, мама. Знаю, я всегда думаю о тебе, мама. Любви достойна только мама. Эти слова звучат без обмана. Частично я стал хулиганом, но для тебя остаюсь тем же самым.